Приветствую вас. Начать мне бы хотелось свой ответ с того, чтобы вы постарались определить, какой именно помощи вы хотите, в какой именно помощи вы нуждаетесь. На политубежище в Америке. То есть, я не очень понимаю, как мы можем вам именно в этом помочь. Это очевидно, что у вас произошел какой-то конфликт политический с людьми, да, ну, может быть, с властью, может быть, с организациями. Скорее всего, на вас было заведено уголовное дело, либо там еще какие-то негативные моменты были связаны с тем, что произошло с вами. И в общем и целом, мне кажется, что тут вот нужно понять вот именно вот самое главное, да, что в чем конфликт выражается конкретно, в чем конфликт, как он проявляется, этот конфликт. Потому что то, что вы описали, то, что вы описываете, да, это следствие, но не причина. То есть произошел конфликт, какой-то конфликт, да, довольно серьезный конфликт. Видимо, у вас с властями. И вы переживаете именно по этой причине, по причине того, что конфликт может ударить по вам. И переживаете вы потому, что в случае, если у вас не получится ничего, да, ну вот в случае, если вы не сможете получить политическое убежище, то, для вас, могут наступить какие-то негативные последствия, да, вот, и вам нужен на самом деле план Б, как это мне видится, вам нужен план Б, то есть вам нужен план на случай, если вы не сможете получить политическое убежище. Вот. А рассчитывать на это не стоит, да, то есть, ну, как-то вот готовить себя к этому, может быть, не стоит.
но предполагать, что подобное может произойти, вполне. Это значит, что запрашивать политическое убежище можно не только в Америке, но и в каких-либо других, значит, странах, да? И на что вам и нужно обратить свое пристальное самое внимание. Вот. Ага, мне кажется, что именно на это вам и стоит сконцентрироваться сейчас. То есть вы нервничаете из-за того, что боитесь, что ситуация может, ну, выйти из-под вашего контроля. Боитесь, что, ну, не справитесь, боитесь, что не сможете, да, боитесь, что у вас, ну, не получится что-то и так далее. Так вот, чтобы не бояться, да, чтобы не бояться, нужно вам, чтобы не бояться, нужно для этого что-то сделать. И если вы будете делать, то и страха не будет. Потому что, ну, понятно, что конфликт вы разрешить так просто, наверное, не сможете, потому что, ну, политический конфликт — это достаточно серьезная история, вот, и я полагаю, что это не так просто будет. Вот. Но все же верю, что если вы отнесетесь серьезно к своей проблеме, если вы не будете излишне, да, как-то вот, ну, например, паниковать, если вы не будете излишне драматизировать, если вы будете хладнокровно и спокойно действовать, то вы не будете в таком зависимом положении, как сейчас. По сути, вы зависимы от решения органов Америки, да? Вот как они решат на ваш счет, так и, собственно, будет все. И это, конечно же, тяжело. Я понимаю. Так вот, вам нужно снизить, значит, давление на себя. Вам нужно снизить, давление на свою психику. Вам нужно почувствовать себя свободным. А для этого, Юрий, необходимо, чтобы вы подумали, как еще вы можете себя защитить.
что еще вы можете сделать, чтобы себя защитить? Вот. То есть излишняя концентрация, излишняя концентрация на, ну, на каком-то одном, способе решения проблемы всегда приводит к нервозности. То есть обратите свой взгляд на то, что вызывает вашу нервозность. Уверен, что вызывает нервозность не посольство США, например. Самого его вы вряд ли боитесь. Самого посольства США вы вряд ли боитесь. Я думаю, что дело в другом. На самом деле. Я думаю, что дело в том, именно что стоит за вот вашим конфликтом и за вашим отношением к ситуации в целом. Вот, по моему мнению, в этом и заключается основной момент, ваши проблема, как он не видит. И если вы хотите действительно по-настоящему решить свою проблему, да, если вы хотите действительно серьезно ее решить, то мне кажется, что репетирование того, как и что вы будете говорить, например, на собеседовании, допустим, это принесет вам только лишь временное удовлетворение, ну, потому что нужно понимать, что все зависит от вашей психики, от вашего внимания, от того, насколько вы внимательны вообще, насколько вы управляете своим вниманием. Хорошо, как хорошо вы управляете своим вниманием. Вот. И это, в общем, может иметь для вас определенные какие-то проблемы. Может иметь для вас какие-то определенные сложности. Какие-то определенные сложности. Какие сложности? Да? Ну, по сути дела, снижение эффекта от того, что вы делаете. То есть эффекта попросту может не быть. И я думаю, что поскольку вам все же важно, чтобы дело, которое вы, ну, делом, которым вы занимаетесь, чтобы это дело было выполнено, чтобы это дело было реализовано, вот. Я думаю,
то нужно прикладывать к этому усилия ко всему. То есть не конкретно чему, да, а ко всему вообще. И тогда, тогда ситуация будет гораздо лучше для вас. То есть она будет более легко выполнима. Сейчас вы находитесь в замкнутом кругу. В замкнутом кругу безвыходности. Как можно сказать. Если вы расширите круг своих поисков, круг своих действий, то проблема решится куда быстрее и легче с точки зрения ваших затрат. Вот. Сочувствую вашей проблеме, соответственно, предлагаю свою помощь по преодолению конфликта нервозности вашей. Предлагаю свою помощь по раскрытию причины нервозности и, соответственно, направление ее во внешний мир. Потому что есть высокая, к сожалению, высокая доля вероятности того, что сами вы с этим справиться не сможете. К сожалению. Потому что вы слишком замотивированы. Сверхмотивация мешает вам делать то, что должно, то, что нужно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!